какой ваш план насчет рабочих мест? Я и моя партия считаем, что необходимо создавать рабочие места. Создавать и создавать рабочие места. Да мне плевать на рабочие места. Мне нужно улучшать статистику, чтобы безработные успокоились до следующих выборов. А у меня есть идея. Я знаю, как увеличить рабочие места. Да? Как? Это очень простая идея, никакого риска. И мы это будем делать первое. И недорого? Совершенно бесплатно. Нет, и все это делают? Абсолютно. И даже безработные? Да особенно они. Для этого не требуется никакой квалификации. Это простое занятие. А статистика у нас получится поразительная. Что же это? Дерьмоед. Дерьмоед? Да. Дармоед! Да! А ведь и правда, это абсолютно бесплатно. И все это делают. Это точно, особенно безработные. У них уже и привычка есть. Да, но вопрос. А зачем это нужно? Не зачем. Как это? А зачем искать причину, если это просто для улучшения статистики? Что? А зачем это нужно, если статистика-то улучшается? Да, действительно. Я уже вижу рекламную кампанию. Предоставляется профессия дерьмоед. Мы сфотографируем какого-нибудь дерьмоеда, кучу дерьма, придумаем какой-нибудь слоган, а потом же скажем людям, что их налоги пошли на борьбу с безработицей. Это гениально. Нет, ну нет, ну ведь нельзя же придумать профессии, чтобы они все для чего-то служили. Вести муж приел. Эй, один тип на митинге сказал, что если бы люди начали строить собственные дома, у нас у всех была бы работа еще на 500 лет. Вот придурок. Они просто сошли с ума. Для коммунальной службы вообще ничего будет делать. Мы же не можем менять все общество ради такой глупости. А в том-то и дело. И потом вопрос о том, чтобы это было всем полезно. Катастрофа! На помощь! На помощь! Нет, ничего не надо менять! Дармоед, это просто замечательно! Ну, безработные! Дармоед!